Hey, yo, всем, с вами Лирис. Сегодня мы будем играть в Bed Wars, но не просто в Bed Wars, а с челленджем. Суть челленджа в том, что я начинаю с очень плохой графики играть в Майнкрафт. И после каждой сломанной кровати я буду обновлять графику до более лучшей. И так, пока не дойду до конца. Ну что, погнали! Надоели обычные сервера? Тогда переходи к нам, на сервер LavaCraft. Ведь только у нас уникальная система скинов, которой нет ни на одном сервере, с помощью которой ты сможешь себя выделить. Сервер, где любое PvP перерастает во что-то более масштабное. Основа сервера — это LavaMod, который постоянно обновляется и не даст игрокам заскучать. И уже в скором времени ведут систему бонусов для новичков. В данный момент продлили привилегию для начинающих игроков и улучшили начальные вещи. На сервере достаточно большой выбор экипировки, и чтобы ее сделать, вам придется сходить в катакомбы, где вы встретите различных мобов, от самых слабых до самых сильных. Но с обновленными вещами убивать их гораздо проще. Ну и куда же без ивентов. Каждое воскресенье игроки собираются для того, чтобы убить рейд-босса и забрать свои ценные призы. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся, скачивай и играй вместе с нами. Окей, я поставил свой первый ресурс пак 1x1 текстурес, да. Потом будет идти ресурс пак мой, после него будет идти вот этот ресурс пак. И в конце реалистику пак. Но на этом не все. Потом еще будут два шейдера. Я не знаю, как шейдерами будет у меня компьютер тащить. Я специально поставил настройки меньше. Запись, настройки записи тоже поставил хуже, чтобы не лагало. Короче, сорян, если в этой записи качество будет похуже, чем в других моих видео. Хотя с обработкой YouTube, я думаю, везде будет качество хреновое, так что нормально. Вау. Какая детализация, текстурка прям вау. Ну и, кстати, противников хорошо видно будет на таком фоне. What? Это кровать? Что за, блин? Мне кажется, я не знаю, это кровать, это просто что-то божественное, наверное. А, кстати, попробуем построиться с таким ресурс-паком. Нифига себе, так у меня блоки закончились, теперь что мне делать? Блин, да ты шо это? Я первая катка моя. Ты наркоман? Не поймал! О май гаш! А, ну. Сломал кровать и убил. Первый ресурс пак пошел. Первый ресурс пак пошел, не туда зашел. О, рифма. Лиес В2. Я, кстати, начал его над ним работать. Ну как работать? По чуть-чуть рисовать. Реально по чуть-чуть. Медленно очень. И нарисовал себе ботинки. У него черные блоки. А, это мои черные. У него были не до конца черные. О, здорово. Мы сделали своего Франкенштейна. Франкен дерево. Франкен Вуда. 141-я звезда. У него только 140 какой-то там. 146 только. А у него уже какой-то там вообще опасный левел. Мой, ах ты говнюк, мои файналы застилил, ух ты говнюк, сейчас как тебе прям отомщу, как мустя, прям мустюн. Ну, кстати, тоже какой-то профессионал, видимо, какой у него левел, 125, у всех сотые левелы. Ну, у меня тоже, кстати, но, ну, это я же просто нубик, а он, ну, гребаный профессионал. Слушай, ты, Блау, моя твоя не понимает, моя насрать, твоя убрать. Я, кстати, чужую кровать сломал и ресурс пак свой не обновил. Ладно, чуваки, давайте я все-таки от этого чувака убью. Да, конечно, я могу сейчас сразу взять и, типа, поставить другой РП. Но мне кажется, если таким образом, мне быстро у меня РП закончится, если я буду так сразу обновлять. Ну, в общем. Я думал, зелька сразу сработает. Подстав. Я беру вверх, начинаю комбить, и он от... Капец, у него удары опасные. Все, теперь можно РП обновлять. Ладно, ты пока там стой, я бабырому прокачаю себе, поставлю себе РП, который я должен был поставить вообще до одной кровати. Ну ладно, один фиг у меня этих ресурс паков и шейдеров мало. Тут такая шерсть. Почувствовал себя каким-нибудь там Аера или... Ну кто там РП еще много ставит? Да нет, не может быть, он меня тупо слил. Он тупо меня слил.
Ой, да иди ты за мной гоняться, хватит! Да блин, да ты бесишь, хватит за мной гоняться, дай мне секунду хотя бы что-то купить. Ай, у меня все тело дрожит, мне страшно нафиг. Я не хочу первую катку проиграть, я хочу первую катку затащить. Дай, ну дай затащить, ну дай, дай, дай. Ты дай. Отдай, кому сказал? Победу отдай. Там 2 рубли лежало. 27 алмазов. Черт побери, 20 гребаных 7. Нет, 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 нет. Е-бой! О май гаш! О май гаш! Это реально сложно было. Это рилы потная катка. Ладно, таких каток я давно не встречал, когда я так прям реально сильно волновался. Вот за это я люблю Майнкрафт. Чувак, ты не торопись, я кровать сломал, потому что, блин, у меня теперь новый ресурс пак будет. Окей, реалистику. Мне, кстати, кровать сломали, но зато реалистику. Стоп. А где меч? Да фак! Что за... ладно. Меча не будет, меч принял баг, да. Бра! Ну и, кстати, я, как всегда, играю без фейк-ника, из-за этого катки будут еще веселее. Ну блин, вот этот блок, это просто шедеврально. Что же можно было лучше придумать? Я таким блоком, конечно, стекло ломал. Блин, я вообще блок не поставил. О, заобманул. Застопил. Хорошечно. Так, окей. Hello, чувак. Hello, hello. Я вижу, ты держишь гигантский блок в руке. Ну, кстати, я уже прокачан весь вообще такой. Весь из себя. Я, кстати, кровать сломал. Давайте еще одну кровать сломаю на всякий случай, чтобы потом только, чтобы ставить шейдеры. Потому что у меня сейчас с шейдерами начнутся лаги. Надеюсь, на записи хотя бы их не будет. Блин. Это что за топор такой магический? Что за фигня? Как они в руке сидят? Что? Какой... Хороший топор. Этот ресурс-пак явно не предназначен для 1.8.9 версии. А я как наркоман зашел с 1.8... Что с твоим блоком? Что это за мутант? А ну отдай. Ладно, время лагов. Сейчас буду полгода ждать, пока ресурс-пак установится. Я пошел, чуваки, все. Встретимся через полгода. О, не прошло и года, а тут уже у нас шейдеры установились. И... Что за... О май... Я не знаю, что сейчас происходит, но я не представляю, что будет, когда я установлю CUDA шейдеры. Хотя, не знаю, я не уверен, возможно, CUDA шейдеры даже будут похуже. Это реально красивый, ё-моё. Гляньте, как это круто выглядит. Тут можно даже не играть, а просто бегать и рассматривать карту просто. Вау. Не, ладно, мне как бы неохота не было, мне надо пойти... А, ну... Я простроился. Так вот, мне надо все-таки найти этого желтого, чтобы не проиграть катку, потому что я в этой катке поставил красивый ресурс пак и типа да. Не, ну строиться можно. На самом деле, лагает не так сильно, как мне казалось. Так, Iron Sword купил. Что, Iron Sword, что обычный Sword, они все на вкус и цвет одинаковые. Значит, вкуса не знаю, но на цвет точно одинаковые. Давай без всяких этих своих лука штучек. Готово. Флексим под красивые текстурки. Да. Все, теперь CUDA шейдеры активейтед, чувак. Понимаешь, CUDA шейдеры. Понимаешь, CUDA? Ты CUDA? Куда ты лезешь? CUDA. Шейдерс. CUDA. А, ну, кстати, блин. И CUDA по графике выглядит хуже, чем те. Это я ошибся. Хотя тоже неплохо, на самом деле. Гляньте, как... Ну, какой-то реально даунгрейд пошел, на самом деле. Вот это ты зря сделал. Опа, нет, пожалуйста, не лагай. Майник фатик, я понял. Ай, чувак. 306-й левел Бадварса. Пишет ВТФ. Ну вот такой вот бадвас у нас. И спасибо тому Аква, который меня спас. Мерси, благодарю Акву. Мерси, благодарю Акву. Ну ты один хрен не спасает мою ситуацию. А, medium high. Cinematic. Как вам такой Майнкрафт, чуваки? Гляньте прям. Давайте поиграем вот в такой Майнкрафт, синематик. О май гаш.
Вот это я поиграл, называется. Фазировкой такой. Ай, что за графон? О май гаш, это просто шедевральная дичь. Ну давайте я под конец лучше зайду на Nerux Face, потому что там у меня хоть FPS будет чуть больше, и посмотрим, как на Nerux будет выглядеть этот граф. Прям в каком-то раю строюсь, я не знаю. Так, ну, быстрое строительство. Ой, фух. Конечно, возможно быстро встретиться. Где бы оно еще было невозможно, да? Если не в Майнкрафте. Прям райс. Это райская Майнкрафт. Как прям баунти. Только баунти не настолько райский, как этот Майнкрафт. Ну да, конечно, это очень красиво, но играть слишком долго, думаю, с таким ресурс-паком не очень-то и легко было бы. Я просто возьму и буду играть вот так вот. А буду по тени ориентироваться, какой у меня инструмент стоит. Все просто попортил. Люфи-дифи-дифи. Ох же эти немцы. Ладно, ладно. Ну да, вот такой вот интересный Майнкрафт получился у нас. Если у вас есть какие-то другие идеи примерно похожих челленджов, то пишите это в комментариях. Я, если идея интересная, обязательно попробую его выполнить. Ну, а теперь переходим к ответам на вопросы. Погнали! Уау! А теперь вопросы! Мистер Лололошка ЮТС спрашивает, какое у тебя было самое эпичное видео на этом канале? Я думаю, это трейлер команды ML. God Dim спрашивает, будешь продолжать рубрику Олимпийские игры? Нет, не буду. RayUT спрашивает, как убрать значок реплей мода? Вот так. Ну все, не забывайте задавать вопросы в комментариях, ведь вы можете попасть в следующий ролик. А на этом мое видео подходит к концу. Монтировал и снимал для вас это видео Лири. Желаю удачи и хорошей графики. До следующих встреч. Пока!